Активисты Одинцовского отделения «Единой России» приняли участие в акции «День воинской славы» в деревне Глазынино у братской могилы погибшим в Великой Отечественной войне. Партийцы поддержали мероприятие в рамках реализации проекта «Историческая память». Вместе с учениками одинцовских школ прочитали стихи о войне, почтили память воинов и возложили цветы, венок и корзину от главы Одинцовского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова. Также партийцы на братской могиле воинов Советской армии в деревне Хомяки возложили венки и цветы совместно с членами Объединенной общественной организации ветеранов «Кубинка» и учащимися 2-й Кубинской школы имени Героя Советского Союза Безбородова.